Ёжики-курёжики, здравствуйте, с вами Гремлин Серж, и мы продолжаем играть в Южный Парк. Ну как играть? Страдать, потому что я точно не должен был в нее играть, потому что она слишком технологически новая. А я нищеброд со слабым ноутбуком. Ладушки, нам нужно сходить к психологу, тут говорят. Ой... Знаете, всегда достаточно трепетно относился к таким моментам, когда вроде бы, да, ты начинаешь делать продолжение, да, вроде как. И делаешь продолжение на тех же самых локациях, но они видоизменяются. То есть, вот, например, с домом Кенни, ладно, я могу предположить, что прошел там год, и они взяли и сделали кучу надстроек над своим домом, потому что сам дом стоит-то на месте, все хорошо. Но почему вдруг неожиданно планировка школы изменилась? Хотя, с другой стороны, планировка школы в прошлой игре была очень сильно нарушена из-за надстроек эльфов и людей. Странно все это. Oh, hi. You're the new kid, right? Да. Well, great. Thanks for coming. Have a seat. Ты психолог? Yeah. Okay, you quit that. Okay. Oh, no. Я нормально себя веду? Простите, пожалуйста. Okay. I put in the extra hour staying after school for troubled kids like you. Okay? Сверхурочный. Да я вертел твой стул. Ладно. As your counselor, you can talk to me about anything, okay? I understand you want to talk about sex. Okay, see, I'm highly trained in sex issues, okay? And you don't have to be afraid. Okay, new kid, it's really simple. When you want to talk about your sex, you simply You can start by simply saying, you know, I'm a boy or a girl or other. Так, я мальчик, девочка или другое? We have all day, but sooner would be better. Ой, сложно, 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 сложно. Okay, anytime. Но я другое. Other? So you're saying you're neither a boy nor a girl? So you don't believe you have a gender? Okay, can you just hang on a minute? I need to call your parents. Just take a second. Oh, hello, this is Mr. Mackey, the school counselor. Yes, hi. I have your child here in my office, and well, your child has just let me know that he, they identify as being gender neutral. Вообще-то это неправильно. Oh, you knew that. Okay. Done. It's just I believe everyone was under the impression that they were. Okay. Нет, я не мальчик. Yeah, no, that's great. That's great to know. I think I can really maybe be of help from here on out. Thank you very much. Okay. Bye bye now. Okay. Okay. Well, this is a shocker, new kid. But there's nothing wrong with not identifying as a binary gender. You can be whatever sex you want, okay? Even if it's none. That's fine. That's fine. Да я красавчик. Just be careful, okay? Because there's a lot of people out there who don't accept you for what you are, and then you're gonna have to deal with them, okay? So, but come see me anytime. И все, больше я тут сделать ничего, да, не могу? Hi there, new kid. Ну ладно, анкета пополнилась. Так, что теперь нужно сделать супергерою? Если для супергероя так важен гендер. Ну на самом деле это трындец, это мое личное дело. Мальчик я или девочка. Как и в каких позах я люблю. Так. Артефакты. А, у нас все равно еще не третий уровень. Блин, блинский.
А давайте посмотрим, может что-то у нас есть получше. Так, это минус 15. А почему мне только си... А, вот внизу можно заметить. Урон от удара с отбрасыванием. Но я им пользуюсь, поэтому... Так, у нас вот эта штука надета. Урон... Урон от действия эффекта. Ну, так себе. Эта штука, ну, слабенькая. Урон от... Оу. А вот это, наверное, мне надо взять. Потому что у меня... Я все атаки провожу с отбрасыванием. Да, я потеряю чуть-чуть силы, чуть-чуть мозгов, чуть-чуть мужества. Но в связи с тем, что я... трансгендер, мне, в принципе, мужество не важно. Чуть-чуть здоровья, но зато вы видали, какой у меня урон? Плюс 70%. Извините, но я надену вот эту штуку. Так, бонус к команде, если их надеть. Так, ладно. Критический урон определяет количество бонусного урона, который ты наносишь. Полное исцеление определяет, насколько заполняется шкала мощнейшей способности при применении способности и нажатии после получения урона. Урон от действия магических эффектов увеличивает урон от горения, тошноты. Ну, понятно. Восстановление здоровья определяет, сколько здоровья ты получишь, нажав после получения удара. Урон от ударов с отбрасыванием определяет, сколько дополнительного урона получает враг, которого ты толкнешь на препятствие. Бонус к Джимми. Товарищ увеличивает количество здоровья таких союзников. Узнать больше о характеристиках можно в категории меню раздела «Помощь», предварительно включив паузу. Окей. Ну ладно, тут-то я... Нет. Дерьмо. Вообще ужас какой-то. Что это за армагеддонский лист? Спиннеры, дерьмо. Все, разобрались. Усилились. Весьма неплохо. Так, ну что, продолжим изучать школу, а то не хочу я сюда лишний раз бегать. А точно, я хотел посмотреть, что у нас с заданием. А в принципе, все. То есть... Блин, а что вы хотите сказать, что теперь вот этот лес, он не замкнутый, а я реально по нему могу бродить, что ли? О. А вот это неожиданно. О, Канада, мы будем в Канаду отправляться. Замечательно. Так, ну, в принципе, я ничего больше не вижу. Никакой цели, так что, возможно, и вправду мы сейчас закончим школу и пойдем в церковь. Школа. Там куча вкусняшек, я вижу. А это что у нас? Просто еще один рюкзак. Это яойный плакат? Да, это яойный плакат «Счастливые дни». Господи. Начинающий коллекционер. То есть, пятью картинами я не закончу, да, хотите мне сказать? Еще рюкзак. Расходный материал. Ничего я тут больше не пропустил. Нет, ничего. Ну, нет. Нет, вернись, пожалуйста, игра. Так. Так. А сюда я, да, все, типа тупик, что ли, хотите мне сказать? Больше я в школе ничего сделать не смогу пока что. Печальненько. Ладненько. Ну да, видно, потом, впоследствии будут открываться новые ходы и все тому подобное. Так. Ой, девочки ушли. Ну, типа, они выполнили свою... женскую роль. То есть, я вижу плакат с Яоем. Мне нужен плакат с Яоем. А, они, девочки, просто не прогрузились. Я понял. Но, блин, мне плевать на девочек. Я вижу плакат с Яоем. Тян не нужны.
Ладно. Валим отсюда, я думаю. Меня больше смущает, что до сих пор идет загрузка. Далей мужланов. Я обожаю эту игру. Ладно. Поехали. Сейчас как раз и потестируем наш удар от отброса. Так. У нас атакует скороход. Давай. Ладно. You move with a sense of urgency uncommon among mortals. Я не могу их отбросить, потому что они слишком жирные ублюдки. Давай его лазером своим. Неужто у нас Супер Крейг сейчас ударит? Да и ладно вам, неужели? Я не верю. Тебя ранили, хочешь узнать, как использовать расходные материалы? Я знаю. Ладно, давайте. My turn. Жми 4, чтобы открыть меню. Ну не на нем же, блин! Используй, чтобы для просмотра предметов. Ну да, я вот так вот могу выбирать. Все, хорошо, спасибо. Так. Давай. I've had it with this shit. This mean I get to go back on disability? Hallelujah. Everyone try to keep up. Now you see me? Dude, pace yourself. Так, но зато мы в этой битве узнаем, посмотрим еще чью-нибудь суперспособность на нолик. Так, ну а мне ничего нет, блин, дерьмовый класс какой-то. А, еще. Не докинул, блин. Just take that lying down, bud boy.
Так, а мне бы вот надо подлечиться, судя по всему. Но с другой стороны, до нас вот этот, он же замедленен. О, суперспособность, готова. Так, и кто там у нас по очереди первый? Ты! Отлично просто! Просто замечательно, ребят. А я всегда думал, что... Нет, на самом деле, Человек-воздушный змей — это очень классная идея. Мне нравится и дизайн, и все мне нравится. Так, Супер Крейг, разбирайся с этой херней. До свидания, здоровяк. Ну и ладно, у нас в принципе последний остался, не буду я себя лечить. Потому что я думаю, добьем. Блин. Чё-то все равно восьмерочку мы показываем. Хотя нет, вроде до этого у нас была четверочка. Победа нашей команды. Артефакт Кузница Гнева, 26 центов. Новый уровень, отлично. Новая ячейка малая. Ну все отлично, все просто замечательно. Не забывай пополнять свой арсенал по мере прокачки. Поппердень. Хорошо. Этим мы сейчас и займемся. При том же у нас там новый артефакт открылся. Да, да, да. Новая ячейка. Игра зависает. Все как положено. Так. Чё мы туда... Так, у нас новый артефакт есть. Мощный проводник деревенской неотесанности, трансформирующий социальную нетерпимость и кинетическую энергию. Урон от действия эффекта, восстановление здоровья. Хорошая вещь, в принципе. Ничего... Ну, давайте вот эту штуку и вставим. Видали, урон от удара отбрасыванием. Для нашего класса, я думаю, это очень здорово. Так. А, то есть мы всегда можем пойти и изменить пол. Хорошо. Не забывай пополнять... Нет, я все-таки настаиваю на том, что я... Чего тебе не нравится с в моем прикиде? Ладно, раз она прям так пишет нам в енотограмм. Хорошо, я готов.
будем тратить... Блин, а если мы... Вот, давайте карту откроем. Блин. Давайте не будем пока что тратить деньги. Отстань от меня. Вот. Когда откроем все магазины и посмотрим, что оно из себя представляет, тогда я буду готов уже тратить деньги. А пока что нет. Копим. У нас всего лишь 9 баксов. Тудун. Так. Где мы по карте? Блин, я не знаю, для чего использовать вот эту мини-карту, потому что она абсолютно бестолковая и бесполезная. Так, тут нас защищает забором. Хорошо. Так, ЦПУ, успокойся. Я тебя контролирую. Блин, у меня сейчас просто дикам. Просто он так захотел. Так. Дайте пройти, я вижу сумку. Особенная касадилья. Хорошо. Так. Теперь нам нужно в церковь. Хотя, блин, мы теперь... Well, hello, new child. I haven't seen you before. But you come at a crucial time. South Park is sliding into moral decline. Someone's stealing our cats. They're TP-ing houses. Okay, maybe it's not full on Armageddon yet, but we do need a hero. Not to make the hard sell, but do you see yourself as a good person? Well, I can understand the confusion, but there comes a time when we need to choose our path. Will you find Jesus and take the righteous path? Or maybe you'll walk the middle way. Let's not talk about the third alternative. I'm hoping you're part of the solution, not the problem. Take the first step, my child, by entering this meditative chamber, which will allow you to confront your deepest fears. Face your fears, new child. Face your fears. Your dad fucked your mom. You afraid of the dark? Snakes? The color blue? Moo. Oh, hey. I'm in your imagination. Just a friendly Catholic priest who would like to get to know you a little better. Yeah, that's right. I'm totally in your imagination too. About to give you a... Господи, не говорите мне, что это то, что я сейчас думаю. Let me adjust the lighting in here a bit so we can get some visuals with that. Господи. Нас... Well, I guess this one likes it rough. No complaints here. Нас собирается изнасиловать в церкви. Ребенка. Знаете, эти враги владеют искусством телеграфных атак, о чем говорят полосатые квадраты в боевой сетке. Чтобы провести телеграфную атаку, нужно два хода. На первом он формируется, а на втором осуществляется. Красными квадратами на земле обозначены места, куда будет направлена вражеская телеграфная атака. Чтобы не пострадать, уйди в безопасное место. Следи за красными метками. Телеграфные атаки очень опасны. А то я так и не понял, что ли. Господи, ребята. Понимаете? Мой юмор достаточно аморальный, и всегда можно проследить контекст. Но одно дело, когда ты просто об этом шутишь, а другое дело, когда ты вот так вот с этим сталкиваешься. I've got God's love here. Who am I gonna give it to? Да! What the devil vanished into thin air? Well, that priest likes kids a whole lot. You don't want to get caught in his hook. You might really need a towel then. Да! Господи, господи, ладно. В принципе, что я ожидал от Южного парка? Oh, I like that.
Don't you want to go to heaven with me? Almost ready to cover you in God's love. Но что я точно могу сказать, что эта игра гораздо толще. Oh my. В плане своего юмора и сатиры. I've got God's love here. Who am I gonna give it to? Where'd that kid disappear to? Задел! Блин, здесь не было квадратов. Я не ожидал, здесь не было квадратов. Чё вы мне гоните? Чё вы мне пургу несёте? Children are deserving of his love, so just hold still. Одолели мы этих педофилов. Аж на душе легче стало. Теперь пойдем и исповедуемся. Going to hell now. Get out of here. That's not what the Queen Spider says. I'll go say 10 mil Harry's. Oh gosh, I feel just awful about all that. Tell you what, a rabbi friend gave me this macaroni picture. In times of trouble and tribulation, use it to call upon the prophet Moses. Good luck on your spiritual journey, my child. Ладно, я уж боялся, что всемогущий целитель. Теперь ты можешь призывать на помощь. Зайди в меню предмета во время боя и используй картины из макарон, чтобы призвать Моисея. Я уж боялся, что этот парень во власти, но все это. Так, а селфи. I'll be in touch soon when you're ready to take the next step. Мне нужно селфи. Это просто в наказание Божье. За то, что ты оставил ребенка в темной комнате с педофилами. Remember when Morgan Freeman was God? Oh yeah, I remember. Remember when Christians cared about the sick and the poor? Sure, I remember. I remember that. Чё? Чё это? Чё это за дерьмо? Ладно, а что здесь у нас? Библия хлам. Окей. Королева пауков. Склонись перед Иисусом. Хорошо, Иисус. В церковную кладовую ключевой предмет. Хорошо. Хорошо. А где эта церковная кладовая? Мне нужно возместить моральный ущерб. Я видел, как католический священник из своей задницы достал четки и хлестал ими себя.
Так. Склонись. Before. Jesus. И что, опять там сейчас будут педофилы? Педофилы! Ку-ку! О! Я ой! Какая прелесть! Именно здесь и должно это быть так. Библия с монограммой. Амулет созерцания, артефакт. Надеюсь, это не из чьих-либо задниц. Ну, окей. Окей. Трум-трум-тун-тум. Все, мы разобрались и здесь вот. И поэтому я спокойно могу продолжить свое путешествие. Ладушки, сваливаем из этой клондайка педофилов. И что же мы теперь делаем с вами? Так, у нас целых два новых артефакта есть. Это у нас амулет созерцания, ну так себе, и узы чистоты. Тоже по показателям создания. Что мы тут можем создать? О, так мы можем создать себе второе опоясывание цепи. А, это из макарон. А, это мы типа можем создавать, да? Ой, как мы можем много насоздавать себе их. Раз. Два. И три. Как мы сразу себе уровень-то подняли. А теперь артефакты. И создадим еще себе один опоясыватель цепи. И... Любитель поработать руками, хорошо. Артефакты. Артефакты, артефакты. Что будет, если мы... Урон от действия эффекта уменьшится, но... Ну, 18... Ладно, оставим. Оставим как есть. Hey, Butthole, you're doing great. Really quality character sheet stuff happening here. I've got a super secret mission for you. Head over to the new taco shop on Main Street and buy me a taco. Kin out. Так, я все просто энергетик открываю. Заклинатель Бурито, сходи в Тако Белл. Так, давайте я сейчас подчищу немножечко. Анкета персонажа. Так, на... Яоя, начинающий коллекционер. Начинающий ягодосборщик. Пол другой, источник энергии, анальный проход. Все отлично, так. Союзники. Призывы. Моисей. Ой, как много у нас союзников. Ладно. Костюмы. Ладно, неинтересно мне с костюмами. Так, задание. Что нам нужно сделать? Здесь мы не пройдем, не пройдем. А, москит в ловушке. А где этот заклинатель Тако Белл? А, вот заклинатель Тако Белл. Ну вот, я как раз таки и собирался вот так вот дальше по этой улице топать. Вот, вот так вот пройдем, спасем москита заодно. И дойдем до Тако Белла.
Это и цели, и придерживаемся. Ты извини за случившееся, новичок. Я присмотрю за этими ребятами. Случившееся где? Ха-ха. Ну да, Картман, ты-то любишь анальные... Может быть, тебя туда? Да? Может, ты хочешь там с анальными четками поиграть? А? Картман, чё тебя, как? Ой. Понимаете, я достаточно толерантный молодой человек и достаточно свободно мыслящий. Мне абсолютно все равно там, да, по поводу половых предпочтений, всяких извращений, ощущений полов и все того подобное. Все это мне все равно до тех пор, пока это... Как бы так лучше сказать? Пока это не вредит целостности моих отверстий. То есть, ты можешь делать все, что угодно, как угодно. Главное, к моим отверстиям не лезь, пожалуйста. И все замечательно, все просто замечательно. Так, ладушки. А ладушки... Полицейские с нами разговаривать не хотят, машина закрыта. Печально. Чё, вы хотите сказать, что я и в полицейский участок зайти не смогу? Нет, смогу. Так, полицейский участок тоже полностью перестроили. Угу. Но пока что сильно с чем взаимодействовать я не вижу. Вот абсолютно не вижу. Блин, сохранение меня бесит. Тун-трун-тун-тун. Who are you supposed to be? A gay, did ya? Ниндзя-гей, да, я ниндзя-гей. Я знаю, что вы при исполнении. Sorry, но мы же познакомились, я ниндзя-гей. Поиск предметов, работа с головой. Чего? Ладно, разберемся потом. О, здесь сумка какая-то есть, которую я не заметил. И, возможно, если я выполню вот это задание, он с нами познакомится. So then the wop says to the Polak, if I wanted tits, I'd have beat up the nip in the black guy's hat. Crime doesn't pay, kid, unless you're a cop. Тоже логично. На преступности не заработаешь. Scram, kid. I don't take pics with greenhorns. Это засранец. Точно, нужно было заселфиться с педофилами. Думаю, это было бы весело. What do we have here? Looks like we've got another little junior crime fighter, boys. Is that it, kid? Well, the police can always use the help of concerned citizens. I guess we can give our little junior detective a special kitty case to work on. All right, listen up. There's somebody new to town, shaking up the crime families. This is a real bad dude. A kingpin of crime who wants to control all the drugs in the city. We've tracked him to this location here. I need you to go in and neutralize him. You lead point, my boys will be there after. If you take out the drug kingpin, we'll give you this junior detective badge. Pretty neat, huh? Now get out there! Понятно. И то есть, если я выполню это задание, типа со мной здесь все начнут селфиться. То, что я стану не салагой, я стану крутым младшим детективом, помощником. И все будет здорово.
Keep an eye out for any shady characters, kid. You know which shade I mean. Hey, buddy. Ну тут всякие штуковины можно приобретать. Окей. Блин, полицейский участок не стал меньше, но он стал совсем другим. Тун-трун-тун-тун. Тун-трун-тун-тун. Окей. Здесь закончили. А, идем сюда. О боже мой! Что это за дерьмо? Что это вот светится? Кукла Карен, ключевой предмет. Верни ее сестре Кенни. Вернуть сестре Кенни, хорошо. Hey, you help me out, I help you out. В плане выручить тебя. Что ты хочешь? Он мне не говорит ничего. Hello there, welcome to the soft room. I'm a friendly detective. What's your name? No problem, just let me know if you need to sit down and talk things out. Grab a chair, hotshot. Let's wrap. So exactly why are you wandering around the police station? Are you hoping to be a little vigilante superhero like Ben Affleck? I understand how this attention must be scary for you. You know what else is scary? Choking on Jared's $5 footlong. I wrote that myself. I actually do stand-up on the weekends. Here's my headshot. You know, with this crime wave, I'm looking for work. You take my headshot around town, and I'll let you see what's in my bottom drawer here in my desk. Want to see what's in my bottom drawer? Huh? Where's that smile? Go ahead, get my headshot out there, and I'll give you a treat. Фотоаппараты мистера Адамса. А. Hey, you help me out, I help you out. Хорошо, выручу, выручу, выручу. До свидания. Мерзкий тип. Блин, я теперь становлюсь очень подозрительным. Может, и он педофил? Let's make a deal, kid. You do what we say, and we won't shoot you. Sound good? Don't touch nothing. Хорошо. Ладно, ребят, набрали кучу квестов здесь. Просто... А, тут там же еще одна дверь. Он мне что еще будет подсказывать? Там же еще одна дверь, которую я не изучил. Так. Походу сейчас мы тут закончим с этим полицейским участком и серия закончится. Так. Взяли пончик. С натуральным джемом. Так, это еще один продавец. Туалеты. Ха-ха-ха. Опять квик-тайм-ивенты. Или нет? Квик-тайм-ивенты. Унитаз для мужчин полицейских.
взяли. Ну ладно, да. Две звезды уже достаточно просто делаются. Блин, дырка в стене полицейского туалета, это же неправильно. Господи, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. И попали мы в женский туалет, да? Так, парик и уланы. Все. Опасный тампон, хорошо. Бутылка наркомана. Отлично. Унитаз для женщин-полицейских настолько жесткий. Как-то не справляемся, ребят. Да у меня пальцев не хватает. Блин, это дерьмо. Это дерьмо. Это ужасное дерьмо. Ладно. Разберемся потом. Со всем этим ужасом. О, да. Платье Ланы. А, типа, мы бы отсюда не смогли бы про... Так, я вижу... Господи, господи, господи. Ой, давайте я посмотрю, сколько там серия уже получается. А знаете что, ребята, давайте еще немножечко поиграем. Блин, думаю, что игра затянется гораздо на дольше. И поэтому буду серии, наверное, делать подлиннее. Чтобы хоть как-то сократить количество серий. Да и так просто следующую серию записать не скоро получится. А времечки у меня сейчас как раз на целую серию не хватает. А вот еще минут на 20, на 15 следующей серии, возможно, и можно сделать. Так. Набрали себе кучу новых заданий. Ну, вы сами, да, поняли, что происходит. Так. Оладушки. Окей. Так, дальше. Куда нас приведет дорога дальше? Вверх мы пройти не можем. Но он нам там сказал, что здесь нужно повесить. Потом здесь парк оказался уже. И потом пойдем вот сюда. Окей. Судя по всему, сайд-квестов будет просто уйма, уйма. Хотя, с другой стороны, как такового сюжета основного нам и не дают пока что. То есть, все, что мы здесь делаем, это какой-то сайд-квест. То есть, мы в свободном мире бродим и делаем, что творим, хотим. Так. А толку что? А, вот так вот, все, понял. Тун-тун-тун-тун. Ну и все. Вылазим отсюда. Дядь, привет. Nice weather we've been having. Aren't we blessed? Ну знаете, мне в таком заснеженном. Хотя вроде Южный парк, он всегда был таким северным городком же. Они же рядом с Канадой живут. Чё я придираюсь? Но вроде.
Блин, а как мне к тому рюкзаку попасть? Я тебя вижу, сволочь, понимаешь? Ты меня не обдурачишь. Нет, здесь я никак не пройду. Так. А, вижу. О, я вижу яой. Вальс под музыку фейерверков. А, привет, маленький охотник за яоем. Оставила так... А, и вот сюда повесить. Все, проверим, что там нам написали в Инстаграме. Всякое древнее дерьмо. Так. 25 опыта. Хорошо. Ну, окей. Что там нам пишут в енотограмме? Фу. Отмечали бы, что мне новые сообщения, которые я не читал. А, они ведь по... Они ведь позволят постить в Доме культуры всякое древнее дерьмо, никакого контроля качества. Привет, маленький охотник за ЭОМ. Я оставил денежную награду твоей маме. Она сказала, что отнесет ее тебе в комнату. Приятного дня, до скорого. Хорошо. Восемнадцать подписчиков. Да я популярен. Окей, давайте зайдем внутрь. Ту-ту-ту-ту-ту. Ты Адольф? О, вижу я, ой. О, Christ. Tell them I got diarrhea. Какой-то артефакт я урвал. Я вижу яой. Маленький охотник за яоем. Блин, я правда становлюсь охотником за яоем. Твик и Крейг в поисках любви. Keep up the good work, Aid. Have you figured out who's trying to take down the mayor and put me out of a job? Maybe if the mayor follows you. Great to see young people taking an interest in local politics. There's no way I'm following you if the mayor isn't. Anyone who thinks I'm uppity can go drunk drive their pickups right into their double wides. Study hard, kid, and someday you too might become the mayor of a podunk mountain town. Я хочу вам помочь, женщина. Anyone who thinks I'm uppity can go drunk drive their pickups right into their double wides. Женщина, я хочу получить свой квест по убийству бездомных. Please. Женщина, я хочу убивать бездомных. Плиз. Go drunk drive their pickups right into their double wides. Study hard, kid. Ну ладно, видно рано еще. Потом. Все потом. Когда мы станем успешными и популярными.
Шестиклассники. Бьем мордасы шестиклассникам. Here, kitty, kitty. Oh, here, Forthy, Forthy. Hey, Damon, bud. You can use your snapping pots to ignite things like fireworks. Give it a try. Я даже не заметил, что там мне полотенчик сказал. Хорошо. Так. Жалко, что опердеть всех не получилось, но... Ладно, я думаю, как-нибудь я это переживу. Видали, я ему двадцаточку сделал урона. А он еще и сейчас... А, нет, он не торши. Ха-ха-ха, ты ничего сделать не нам можешь. Так, давай вот этого мелкого бей. Way to move like you give a fuck. Okay, who's the next target of my unbridled rage? Bah! Have your boyfriend massage that for you. I can't say no to kicking some Forthy ass. Hey, don't look, you gaywads. Mm-hmm. Oh, I'm up? Okay. Самое главное, что здесь из шестиклассников только двое. Все остальные здесь как бы такие же... А, четвероклассники. Ну ладно, обидно, конечно же. Ну ладно, давайте добьем этого здоровяка. Yeah, I saw that coming. Fast pass springs into action. You're gonna burn yourself out if you keep this up. It's my turn now. Took that like a champ, Forthy. For Forthy scum, you guys are kind of scrappy. Моча! Я умер. Но мы выиграли. Ну, неплохо. А сейчас еще и за ачивочку получим, да? А, у нас же новый мастер гроза шестиклашек. Ну, окей. I swear the air in this town is 50% flatulence. А ты им дышишь. Ладно. I feel like this town started going crazy right after you moved here. Да он и без моего приезда сходил с ума, поверь мне. Это на протяжении 20 сезонов, или сколько там сейчас?
сезонов насчитывается. Да поднимись ты наверх, пожалуйста, плиз. Не хочешь? Нет, походу наверх не подняться. Ну окей. Не царское это дело, скажем так. Ah, to be your age again, kid. I really peaked too early. Сырные палочки. Ну окей, больше здесь делать нам, в принципе, нечего, да, хотите мне сказать? Печальненько. И давайте здесь я сохранюсь и закончу серию. Спасибо большое, что посмотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на Taurus Gaming Revival, ну и можете на Гремлина Сержа. Ну а я говорю вам пока-пока.